Каталина Аристисабаль, Эктор Аридонда, Диего Кадуто. Мириам де Лурдес, Альваро Родригес, Даниэль Ачо, Стефания Борхи и другие. Сценарий: Хорг Иллер, Рафаэль Рохас, Клаудия Санге. Оператор: Рафаэль Пуэнтес, композитор: Джимми Пулида. Режиссер: Луис Архуэло. Стол на троих. Да что такое с ними? Почему они не звонят? Чем занимаются? В плохом настроении, Джордж. Оставь меня в покое, идиот. Извини, как ты сказал? Идиот. Я идиот. Твой непосредственный начальник. Фарфан, уйди отсюда, оставь меня одного. Вон, вон, вон. Как следует. Давай, мой как следует. Мыть? Я не для этого рожден. Ты для этого рожден. Если хочешь чистить пол, пожалуйста, можешь помыть. И больше не обращайся ко мне, я тебя убью, понял? Убью. Что? Привет, Джордж. Мама, а что ты здесь делаешь? Я знал, что тебе не нужно было об этом говорить. Рита, ну скажи хоть что-нибудь. Как Алехито оказался в тюрьме? Это очень длинная история. Тебе придется рассказать мне по дороге. Пожалуйста, попроси мою одежду, мы уезжаем отсюда. Рита, ты не можешь уехать, ты останешься здесь. Нет, я могу уехать отсюда, Пако. Попроси одежду, мы немедленно уезжаем, я хочу к сыну. Ты под наблюдением, врач сказал, что еще нужно как минимум 2 дня наблюдения. Тебя не отпустят. Не вздумайте фокусничать. Давайте, шевелитесь. Кому я сказал? Вперед, выходите. Пожалуйста, не делай глупостей, умоляю. Прекрати дешевый театр. Шевелись, Сипульведа. Суси, успокойся, пока ты со мной, ничего не случится. Я защищу тебя. Какой кавалер. Почему ты раньше не подумал? Крыса. И крыса, чудная парочка. Поуважительней, у нас не настоящая любовь. И искренне. Пусти меня, кретин. Я тебя умоляю. Поверь мне. Мне пришлось притворяться, что мне нравится этот карлик. Они пригрозили убить моих родителей, вынудили меня пойти на это и выписать чек. Пожалуйста, опусти оружие. Конечно, конечно. Все придумал Джордж Браун. Кстати, о Джордже Брауне. Где этот тип? Его не хватает в троице предателей. Я тебя не предавала. Поверь мне, Луис. Меня вынудили. Сусанна, ты предательница. За этим ангельским личиком скрывается демон предательства. Замолчи! Не смей так говорить. Между нами ничего нет и не было. Заткнитесь оба. Я хочу знать, где Браун. Говорите, где он. Он в ресторане, сеньор. Он ждет нас там. Рита, давай поговорим с врачом. Я сейчас же еду в полицию, мне не о чем говорить с врачом. Если ты так хочешь, поговори с ним сам и оставайся и говори. Донья Рита, почему вы встали? Куда собрались? Я еду к сыну. Нет, сеньора, вы не можете уехать. Кроме того, я обязана доложить об этом доктору.
Нет, я уезжаю отсюда, и никто из вас не запретит мне. Но это не решение вопроса. Что происходит? Я уезжаю, доктор. Рита, мы договорились, что ты пробудешь здесь еще... Я не могу остаться, доктор. Мой сын в тюрьме, поймите меня. Я еду к нему, я ему нужна. И не надо мне запрещать, прошу вас. Я уезжаю. Сусана Маруланда, это ведь ты? Да. Ты хочешь убедить меня, что тебя принудили? Да, они меня вынудили. Если так, то почему здесь только один билет и на твое имя? Нет, не для этого идиота, не для Брауна. Я сам покупал билеты. У нас документы. Так, где эти билеты? Мой. И Джорджа Брауна. Где? Где наши документы? Я не могу поверить. Вероятно, сеньорита собиралась улететь одна. Не может быть. Собиралась кинуть этих идиотов. Нет, они... Один раз я тебе сказал, что ты слишком хитра и не ошибся. Этот дурак тоже не ошибся, назвав тебя демоном. Если бы меня не тошнило от него, я мог бы признать, что ты талант. Талант к преступлениям. Значит, ты предала меня. Сусанна, а как же наша любовь? Как? Нет никакой любви. Луис, прошу, я больше не могу. Я признаю, что совершила много ошибок. Конечно, я ничего не сделала, чтобы отвадить его. Это плохо, но просто я была в отчаянии. Я отчаянно любила. Я не знаю, в какой момент я влюбилась в тебя, но для тебя только Андреа. Я умирала от ревности. Ты плохо обращался со мной. И тогда я решила отомстить тебе. Заткнись. Я не верю в эти глупые сказки. Ты не способна никого любить. Но меня это не касалось. Если бы ты не бросила мне вызов... Я тебя умоляю, не совершай глупости, о которой ты можешь потом пожалеть. Я прошу вас, Дон Луис, пожалуйста, простите и забудьте. Пожалуйста, простите и забудьте. Если вы немедленно не заткнетесь, сделайте только хуже. Я отправлю вас в ад. Ты все еще здесь? Я думал, ты уже далеко. Пожалуйста, Джордж, дай мне снова насладиться этим дивным моментом, этим вкусом. В посольстве очень плохо обращались со мной. Не представляешь, через сколько унижений я прошла. Ты знаешь, они отказались помочь мне вернуться в Штаты. Ты представляешь? Конечно, раз ты сидишь здесь. Ну, я осталась без денег. Конечно, я искала работу, пыталась, но меня не взяли. Говорили, что я, ну, как бы ни на что не гожусь, что ли. Ты представляешь, какие идиоты? Я не рождена для работы. Мне пришлось пойти на улицу и просить милостыню на глоток виски. Майка, как низко ты пала, мама. Yes. Да. Yes. Да, Джордж. Посмотри на меня, мне очень плохо. Поэтому вернулась к любимому сыночку, чтобы он позаботился о любимой мамочке. Так же, как я заботилась о тебе столько лет. Извини, мама. Но на этот раз я не смогу тебе помочь. Что? Разве ты хоть раз помог мне? В первый раз прошу протянуть мне руку, а ты отвечаешь матери отказом? Мама, говори потише. Я тебе сказал, что не могу помочь не потому, что не хочу. Я тебе сказал, что не могу помочь, потому что меньше, чем через час я уезжаю из этой страны. Боже мой, Джордж, о чем ты говоришь? Ты жалкий уборщик полов. Ты оказался в нищете. Откуда ты мог взять деньги, чтобы уехать из страны? Расскажи. Я твой сын, которого ты не ценишь. Называешь идиотом, но я оказался самым умным из всех.
я объединился с Суси, чтобы обокрасть Луиса Тора, отнять у него состояние, состояние, на которое мы уедем из этой страны. В данный момент я жду, когда привезут мою часть. У нас все готово. Бумаги, билеты и все прочее. Велитесь, любовнички. Спокойно, спокойно, прямо. И живее. Да, да, да. Туда. Луис? Дон Луис. Простите и забудьте, я прошу вас. Я ни в чем не виноват. Пожалуйста. А с этой женщиной делать что хотите, убейте ее. Пожалуйста. Станьте друг другу лицом, как влюбленные, лицом. Сусана, обними Сепульведу за талию. Сепульведа, сделай то же самое, я кому сказал? Да. Дон Луис, я всегда восхищался вами. Вашим талантом, вашим глубоким умом. Поверьте, я не ведал, что творил. Эта женщина околдовала меня. Она дьявол, Дон Луис. Эта женщина дьявол. Дьявола ты увидишь, если не заткнешь свою пасть. Нет, пожалуйста. Дон Луис, простите меня. Простите и забудьте. Конечно, все придумал я. Я приказал Суси стащить чек у Луиса Тора. Я лично подделал подпись. Сепульведу включили в план в качестве пушечного мяса. Если кто-то провалится, то виноват он. Как видишь, превосходный план. Вовсе нет, ты совершил глупость. Позволил им одним пойти в банк без тебя. Почему ты думаешь, что по возвращении они поделятся и с тобой? Я? И это тоже предусмотрел. Видишь этот конверт? Здесь все документы и билеты. Без этого они никуда не уедут. Посмотри. Джордж, это какое-то старье, ужасное, уже использованное. Что? Это реклама? О, боже. Это твой паспорт? Проклятие. Здесь было все. Паспорта, билеты, все. Меня обманули. О, боже, Джордж, а я уже действительно поверила, что ты не такой уж идиот. Джордж Браун работает в ресторане уборщиком. А сеньора Виктория Браун? Она тоже работала здесь уборщицей, но давно пропала, скажем. А зачем она вам нужна? Мы их арестуем. Арестуете? Что вы говорите? Я помогу во всем. Закон есть закон. Пойдемте. Пойдемте внутрь. Я не могу бежать так быстро, как ты. Пусти. Ты не поедешь со мной. Нет, минутку. Ты бросишь меня здесь, как старую тряпку? Я твоя мать. Я пойду с тобой. Нет. Откуда они могли выйти? Сюда, сюда. Нам нужно спрятаться. Здесь. Залезай внутрь. Давай, давай, мама, залезай. Дон Луис, что? Вы собираетесь оставить нас здесь? А тебе-то уж грех жаловаться. По-моему, у тебя достаточно выгодная позиция. Или ты предпочитаешь получить пулю? Нет. А тебя не спрашивали? Ты смотри на это с положительной стороны. Вы можете продолжить те прекрасные отношения, которые вспыхнули между вами. Мне очень жаль, что вы не смогли украсть мои деньги. Но меня очень радует, что эту парочку предателей я больше никогда не увижу. Пожалуйста, не уходи, не оставляй меня здесь. Нет. Я не только оставлю, но сделаю это с большим удовольствием. Да, вот что. Спасибо большое, что сняли деньги. Сэкономили мне кучу времени. Луис, нет. Луис, не уходи, развяжи нас, пожалуйста.
Замолчи. Кто-нибудь на помощь! Замолчи, или я оглохну. Я тоже скоро оглохну. Не понимаю, они вышли здесь. Наверное, где-то прячутся. Они быстро бегают. В любом случае, спасибо за помощь. Если увидите его, сообщите немедленно. С этого момента он скрывается от правосудия. Я сам поймаю этого мерзавца и дрянь. Может быть, там мама не может быстро бегать? Она же гаражира. Думаю, им не спрятаться. Ее издалека заметно. Они ушли? Все, все, вылезаем отсюда. Мне надо в аэропорт, к Сусане и Сепульвете. Нас со всех сторон окружает полиция, они нас преследуют. Ну, Джорджи! В данный момент для меня самое главное — схватить эту парочку негодяев. Они мне заплатят за то, что сделали. Оставили меня без билета, денег и документов. Я не уеду из страны, но они и тоже. Да, да, Джорджи, пожалуйста. Алло? Алло. Привет, Клау, это я. Даниэль, пожалуйста, скажи, что ты что-то знаешь о Рамоне и моей дочке. Пожалуйста, скажи. Мне очень жаль, но у меня плохие новости. Господи, ты где? Я напротив дома, где живет Рамон. Со вчерашнего дня о нем ничего не известно. Не может быть, не может быть. Клау, прошу, успокойся. Ты должна сохранять спокойствие. Я сейчас поеду в ресторан, возможно, там что-то знают. Успокойся, мы найдем Луну, не переживай. Я сделаю все возможное. Поверь мне, успокойся. Я открою. Нет, нет, вдруг это полиция. Или еще хуже, Луис. Луис, ты был так неосторожен. Сказал, что бываешь у меня. Нет, нет, дорогая, ты что? Но он наверняка думает, что я его сдам. Это сеньорита Андреа, я открою, спрячься. Только не говори ей, что я здесь. Нет, дорогой, быстрее прячься. Сеньорита Андреа? Привет, Катя. Бланка, извини за беспокойство, но нам нужно поговорить с тобой. Да, присаживайтесь. А почему? Что-то случилось? Я ищу Каймана, подумала, что раз ты с ним встречаешься, он может быть у тебя. Нет, очень жаль, я не видела его уже несколько дней. Нет? Нет, не видела. А что? Что-нибудь случилось? Случилось нечто ужасное. Алехандро обвиняет в убийстве. Как? Я разыскиваю Каймана. Только они с Луисом могут дать показания и освободить его. Но почему Алехито в тюрьме? Что он сделал? Это очень длинная и запутанная история. Факт в том, что Алехандро невиновен. И нам нужна информация, где находятся эти сеньоры. Мне нужна твоя помощь, я прошу тебя. Ты должна сказать мне, где Кайман. Мне нужно убедить его пойти в полицию. Мне очень жаль. Мне жаль, но я не смогу вам помочь. Я не знаю, где он может быть. Сеньорита Андреа, не беспокойтесь. Когда узнают правду, что Алехито невиновен, его выпустят на свободу. Нет, все не так просто. Алехо обвиняет в убийстве Пирасы. Он его не убивал. Мне нужен Луис, мне нужен Кайман как свидетель. Они могут помочь, иначе его осудят на долгие годы за то, чего он не совершал. Ты понимаешь? Пожалуйста, Бланка. Мой сын. Где мой сын? Алехито. Мама. Мама, ты выздоровела? Да, но сейчас это не важно. С тобой хорошо обращается, ты нормально питаешься. Да, да, папа, я же просил не рассказывать. Извини, она поняла, что мы скрываем что-то серьезное. Почему ты запретил рассказывать мне об этом? Почему? Мама, я не хотел тебя беспокоить, ты ведь знаешь. Нет, так не пойдет. Ты не должен от меня ничего скрывать. Да, я привыкла к вранью, Паку, но не думала, что ты научился врать. Мама.
Не сердись на него, я просто просил соврать, чтобы не беспокоить тебя, я не хотел. Я арестован за убийство, но я его не совершал, клянусь. Успокойся, сынок, я знаю, что ты на это не способен, не беспокойся, мама с тобой. Я вытащу тебя отсюда. Не волнуйся, дорогой, не отчаивайся. Мы живы тебя вытащим. Хорошо, сеньор. Я вам верю. Все, Паламино. Паламино, я готов вернуться в камеру. Лейтенант, я хотел сказать вам, мне очень жаль, что все так случилось. Я всегда восхищался вами. Да, спасибо. Я еще не сломан. Я старый пес, а старые псы не сдаются. А у тебя есть сигарета? Да. Спасибо. Благодарю. Не за что, лейтенант. Для вас что хотите. Ты такой верный, как говоришь? Конечно, лейтенант. Мне нужно одолжение. В камере сидит негодяй, с которым у меня старые счеты. Мерзавец, который виновен в том, что я здесь. Ты меня понимаешь? Вы говорите о том, что на вас донесли? Да, его зовут Алехандро Торо. Но Господь велик, знает, что делает. Он посадил меня сюда. Сюда, рядом с ним. Чтобы я воздал ему по справедливости. Что вам нужно, лейтенант? Мне нужна твоя помощь. Нахалка. Ты виновата во всем. Ты. Послушай, знаешь что? Мы ничего не добьемся, припираясь как дети. Давай попробуем что-нибудь сделать, чтобы освободиться. И что ты придумала? Очередная блестящая идея, сеньор-предательница. Послушай. Но ты ведь тоже страдаешь от этой пытки. Тогда нам просто надо... Пытки? Да. Не будь идиотом, ты привязан к Сусане Маруланде, женщине, которая тебя ненавидит, презирает. Да? Да. Не думаю, что после всего этого ты мне хоть чуточку нравишься, предательница. Да наплевать, попробуй достать мобильный. Он во внутреннем кармане, давай, шевелись. Где? Во внутреннем кармане куртки. Нет. В боковом, там. Поищи сбоку. Минуточку. Ну что? Подожди. Вот так. Давай. Подожди. Достал. Ты достал, получилось, да? Но он упал. Как? Вот так. Упал? Да. Проклятие, ну почему меня привязали к этому ослу? Замолчи и помоги мне достать, подожди. Повернись. Вот так. Так. Когда скажу, повернись. Вот так, лежи так. Я пытаюсь повернуться. Какая-то красивая. Что? Послушай, что у тебя это? Это? Фонарь. Я им всегда пользуюсь в таких случаях. Сейчас достану. Вот, получилось. Я достал. Достал. Сусана, что у тебя здесь? Что это тут? Что? Что у тебя здесь? Не будь идиотом, давай мобильный. А как будем набирать? То есть я так и останусь привязан к тебе? Живот к животу, плечо к плечу, лицом к лицу навсегда? Нет. Нет. Тебе надо забыть про этого противного карлика и предательницу Сушку. Нет, мама. Я им еще покажу. Я из них сделаю фарш. Это минимум, что они заслуживают, эти предатели и вруны.
Сеньор, давайте быстрее. Я же сказал, чтобы ехали на полной скорости. Сколько еще до аэропорта? Успокойся, Джорджик. Мама, я спокоен. Алло. 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 Джордж, это Суси. И ваш верный слуга Сепульведа. Заткнись, батарейка садится. Сусанна? Да, дорогой, это я. Ты мерзавка, Сусанна Маруланда. Вы украли у меня билеты и думаете сбежать? Нет, нет, это не так. Это не так, сеньор. Просто Луис Торо узнал. Вот что произошло. Что ты говоришь? Я клянусь, он связал нас и бросил в каком-то лесу. Дон Джордж, этот тип сумасшедший, чуть не убил нас. Помогите нам. Приезжай сюда, мы все объясним. Прошу вас, Дон Джордж, вытащите нас. Мы умрем здесь. Конечно, я помогу с большим удовольствием. Можете сказать, где вы находитесь? Сеньорита Андреа, я вам обещаю, клянусь, сделаю все возможное, все, что смогу. Чем смогу, я помогу. Я оставлю тебе все телефоны, где я бываю, на случай, если узнаешь. Да. Мне нужна твоя помощь. Меня можно найти в доме Паку Гуарина или в доме Кати, или по ее мобильному. Все, что я смогу, клянусь, все, что смогу. Пожалуйста, Бланка, это очень важно, правда. Алихо невиновен. Да, я понимаю. Спасибо, Бланка. Жаль, что больше не помогла. Ничего. Извини, что побеспокоили тебя, но это срочно. Всего доброго. Всего доброго. Пока, спасибо. Ну да, как не повезло парню. Как не повезло парню? Как ты смеешь открывать рот и говорить так? Что думаешь делать, чтобы исправить свою ошибку, а? Не кричи на меня, я начинаю нервничать. Если я пойду и заявлю в полицию, то кого там оставят? Гильермина, ты можешь рисовать какие угодно картины, но факт остается фактом. В тюрьме сидит невиновный человек. И единственный, кто знает правду, вы с Луисом Торо, который способен предать собственную мать. А тебя это подавно. Подумай, как решить это дело. Как следует подумай, Гильермина Флорес, как следует. Подумай. Тебе нужно решать эту проблему. Тебе. Не могу поверить, что Лучо может не прийти, не вытащить собственного брата из тюрьмы. Господи, что я такого сделала? Что я сделала плохого, что мои сыновья так ненавидят друг друга? Мама, у меня нет ненависти к Луису. И никогда не было. Про него я такого сказать не могу. Он сильно ненавидит тебя. Мама, мы пока надеемся, что Андреа разыщет Луиса или Каймана. Кто-нибудь придет. Да, мы не думаем о плохом, наоборот, ведь Алихито невиновен, но нужно время, чтобы доказать это. Это просто черная полоса для всех нас, для всей нашей семьи. Семья. Мы не станем семьей, пока не появится Луисито. И мы осудим его за то, что он натворил. Например, я готова простить его. Я уверена, что если Луис вернется, он придет в себя. Он поймет, что мы всегда любили его. Он обретет уверенность рядом с нами. И все будет так, как раньше. Посещение закончено. Мама. Да хранит тебя Господь. Не переживай. Я обязательно вытащу тебя отсюда. Да, мама, да. Я клянусь, я вытащу тебя. Я Господь верю. Тебя благословит. Дорогой, я очень тебя люблю. Thank you.
Я не знаю, что делать. Я тоже, клянусь, я стараюсь придумать, но ничего не выходит. Я думала, Бланка нам поможет, что-то скажет, даст нам след, но все еще хуже, чем в начале. Давай успокоимся. Пойдем ко мне. Там мы все обговорим, подумаем. Пошли? Давай. От тебя позвоню в полицию. Хочу поговорить с Алехо. Надеюсь, он в порядке и не случилось ничего. С ним ничего не случится, вот увидишь. Похоже, эта камера стала тесной для нас двоих. Тарито, ты так не думаешь? Мне проблемы не нужны. Зачем все усложнять? Я хочу предупредить, что здесь правила игры устанавливаю я. Хорошо, как хочешь, только успокойся. За тобой должок, и ты мне заплатишь. Берегись, Тора. Бланкита, ну не сердись на меня. Знаешь, что я почувствовала? Я чувствовала себя последней мерзавкой в мире. Сказала сеньорите Андреа, что не знаю, где ты. Я понимаю. Я все время думаю, что если бы ты сидел в тюрьме, и только Алехандро мог помочь тебе? Я бы сделала то же самое, искала бы кого-то, кто мне поможет, кто поможет мне спасти тебя. Я бы сделала то же самое, что и Андреа. Я знаю, ты бы это сделала. Мне это тоже очень больно, но... Пойми, я тоже чувствую себя очень плохо. Что еще могу сделать? Пойти и признаться. Сказать правду. Ты ведь говорил, что хочешь поступать правильно, начать жить сначала. Это подходящий момент. Да, это так, но я... С тех пор, как увидел тебя и познакомился с тобой... Я сказал, это женщина моей мечты, и я изменюсь. Господи, так и будет, сказал я. Но пойми, если я туда пойду, меня там оставят. А что я буду делать без тебя, пойми. Ты единственный человек, который могу все рассказать. Я это сделал, да. Давай уедем. Заведем детей. Гилли, послушай, если ты не пойдешь и не расскажешь, что там произошло, значит, ты остался прежним наемником, который работал на этого Гамарра. Я не знаю. Не знаю, смогу ли я жить с таким. Ты такой хороший человек. Я убедилась, что ты хороший человек. Ты не сможешь жить в мире с собой после этого, я уверена. Мне очень жаль. Гилли, но я так не смогу. Не смогу. Мне жаль. Я с тобой никуда не поеду. Никуда. Я не могу. Не могу. Не могу. Дорогая, я... Прошу, успокойся, Бланкита. Я прикончу тебя, Тора, прикончу. Мне приятно смотреть на бычка, на заклане перед смертью. У стенки, как произошло со мной, из-за тебя, из-за подонка, из-за доноса. Дон Луис, какой сюрприз? Вы снова здесь? Посмотри за машиной. Если что случится, будешь отвечать лично ты. Как всегда, Дон Луис, пока вы не вошли, вот что. Сеньорита Кати и сеньорита Андреа искали вас сегодня утром, да? Они были в отчаянии, искали вас. У вашего брата проблемы с полицией. Кажется, его задержали. Да ты что? Да, сеньор. Я сейчас же позвоню и узнаю, в чем дело. Дон Луис, вам... Знаете что? Вам бы нужно побеспокоиться о брате. Да, Валентин. Приготовьте, я сейчас закрываю ресторан. Дон Луис, как можно в такое время? Он полон. Я тебя не спрашивал, это приказ. Дон Луис, я только сказал, что... Как
Вот как ты нападаешь, трус. Со спины, на невооруженного человека. Жаль, ты понял, что такой жизнь незадолго до смерти. Брат, ты что, спятил? Стража, помогите, пожалуйста, этот тип вооружен. Он убьет меня, помогите, стража. Кто-нибудь? Тора, ты понял? Справедливости не существует. На помощь! На помощь! Хватит, пожалуйста, играть, не надо музыки. Дамы и господа, спасибо, что пришли. Но мне нужно, чтобы вы как можно быстрее освободили помещение. Ресторан «Каса Тора» окончательно закрывает свои двери. Прошу. Почему? Потому что, сеньоры, мне нужно, чтобы вы встали. Не надо платить по счету. Ничего, вставайте и уходите. Помогите проводить людей, помогите, пожалуйста. Спасибо, что пришли, поднимайтесь. Проводите до двери. Всех. Дверь вон там. Держите, держите, смотрите, что он делает. Что он делает? Помогите мне! Помогите кто-нибудь! Ты думаешь, я убью тебя, идиот? В следующий раз даже говорить не буду. И предупреждать тоже. Сделай его, Тора, сделай, давай это! Сделай, сделай! Отпустите его! Офицер? Он ранил мне руку, офицер, я ранен! Видите? Видите? Парни, отведите его в медпункт. Брось оружие. Брось оружие. Я защищался, как вы не понимаете. Я не видел, кто виноват, ничего не знаю. Оружие было у тебя. Давай, на выход. А почему его уводят? Алихо! Алихо! Я тебя прощаю. Я прощаю все, что ты мне сделала. Я люблю тебя. И сейчас, когда мы вместе... Сипульведа. Я хочу сказать, ты по-прежнему женщина моей мечты. Всей моей жизни. Женщина, которая может стать матерью моих детей. Нет, я даже не хочу слушать. Поцелуй меня, Сусанна. Ну уже. Нет, какая гадость. Прекрати. Отстань. Сусанна. Кармело! Мы здесь! Джордж! Дон Джордж! Дон Джордж, мы здесь! Боже мой, это уже слишком! Карлик и сушка вместе? Нет, нет, не говорите, что я уже в аду. Только не это. Да, мама вернулась. А вы вместе хорошо смотритесь. Не путайте, сеньор Джордж. Вместе, но по отдельности. Развяжи нас, мы все объясним, пожалуйста. Дорогая Сусси, после того, как я обнаружил, какую свинью ты собиралась подложить мне, я серьезно подумываю оставить тебя привязанной к карлику до конца жизни. Как ты на это смотришь? Большое спасибо, что пришли. Очень любезно. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Живее. Кто-то остался в ресторане? Да, люди на кухне, сеньор. Поторопи их, пожалуйста. Извините. Пожалуйста, извините. Валентин? Валентин. Привет, Даниэль. Как поживаешь? Привет, Валентин. Почему все уходят в такое время? Представьте себе, сеньор Луис приказал немедленно закрыть ресторан. Похоже, он больше не откроется. Да ладно. Я пришел на самом деле по срочному делу. Мне нужно поговорить с Рамоном Табернеро. Табернеро вчера уволили. Уволили? Да. То, что лучше поискать в другом месте, находится в другом месте. Зайду на кухню. Может, кто-то подскажет. Лучше идти через служебную дверь. На кухне уже никого не осталось. Спасибо, Валентин. Спасибо. До свидания, Дон Даниэль. С одной стороны, облажала мой слух, с другой, предавала меня с этим проклятым карликом. Нет, нет, поверь, дорогой, я бы не смогла тебе изменить с этим обрубком, я клянусь. У тебя плохой вкус, ты бросила моего сына ради глупого карлика, это же смешно. Минутку, минутку, я ведь тоже здесь. А ты заткнись.
Ты же мне сам клялся в верности, Сепульведа. А ты, змея и предательница, в любой момент была готова на все, чтобы предать меня. Хотя говорила, что верна мне. Я тебя не предавала. Не смей отрицать. Вы оба собрались смыться со всеми деньгами. Я требую, чтобы ты рассказала мне во всех деталях свой дальнейший план. Дорогая, я сказал тебе серьезно. Я могу тебя оставить привязанной к этому негодяю до конца твоей жизни. Клянусь. Говори. Говори. Шевелитесь, шевелитесь. Вы что, снимаетесь в кино? Прекратите, живее. Живее, я кому сказал. Вы хоть скажите, почему мы должны вот так уйти, Дон Луис? Да, Дон Луис, почему мы закрылись? Что случилось? Я не собираюсь давать объяснение тому, что я делаю. Идите. Минутку, мы ведь здесь зависим от этой работы. Мы заслуживаем отчета, хотя бы ответа. Я отвечаю, на сегодня все закрыто. Ребята, завтра мы можем вернуться. Нет, сеньорита, вернетесь, когда я вам скажу. Это все, что вам нужно знать. До свидания. Фарфан, какая муха его укусила? Не знаю. Похоже, у этого типа плохое настроение. Фарфан, я не могу остаться без работы. Аренда, вода. За все нужно платить. Господи, продукты. Фарфан, я не могу. Я не могу быть без работы. Алехандро? Лейтенант? Алехандро, что за драка с ножом в камере? Я защищался от этого Авриля. Он хотел меня убить. Кто-то сунул мне нож, мне пришлось обороняться, вот и все. А охрана? Охрана, которая была на посту, она все видела. Ничего не сказала. Была на стороне Авриля. Не беспокойся, я уже распорядилась задержать его, но поверь, твоя драка с Аврилем не пройдет тебе даром. Я не собираюсь защищаться. Говорить, что я в этом не виновен, похоже, это уже бесполезно. Столько всего на меня свалилось за последнее время. Я понимаю, что ты в отчаянии. Я растерял иллюзии, лейтенант. Я вам верю, но у меня нет аргументов. Вас обнаружили там с оружием в руках. Здесь появляется нож, и Абриль утверждает, что вы пытались убить его. Как я могу защитить вас? Лейтенант, я не виновен, но я не идиот. Поверьте, если кто-то хочет убить меня, то я буду защищаться. Хотя это преступление, это плохо. Но худшего уже, по-моему, и быть не может. Вы ошибаетесь. Ваше положение существенно ухудшилось. Что вы хотите сказать? Вас переведут в камеру повышенной безопасности. В другом городе.